Харли Квинн, Дарт Вейдер и Пикачу в Омске. В нашем городе прошел 10-й юбилейный фестиваль комиксов, аниме и видеоигр. Поклонники косплея соревновались в мастерстве перевоплощения, удивляя зрителей своими костюмами. Сколько времени тратят участники Дайфеста на создание образа и почему не выбирают для себя такое хобби, выяснила Елизавета Василевич. Здесь словно вход в другую вселенную. Фестиваль анимации, комиксов, научной фантастики и многого-многого другого. Место, где необычные увлечения не критикуют. Наоборот, самые экстравагантные образы здесь в центре внимания. Свой костюм девочки-архимага Элина Сайбулина шила по вечерам после учебы. Сложнее всего было с шляпой и посохом. Его каркас она вырезала из фанеры и прикрепила к деревянной рукоятке. Мегумин – персонаж из манги. Также по этой манге снято аниме. Девочка очень добрая, она является архимагом. Главная ее сила – это взрывная магия. Косплей или перевоплощение в любимого персонажа – самая популярная часть фестиваля. Сейчас я в образе персонажа Итачи из аниме «Наруто». Это ниндзя-отступник. У меня на перевоплощение ушло всего лишь несколько минут. Однако, если вы хотите сделать более качественный косплей, конечно, у вас на это уйдет гораздо больше времени и сил. Но чтобы учесть все детали, нужны месяцы кропотливого труда. Максим Чурсин решил перевоплотиться в Кельтаса, принца кровавых эльфов, героя знаменитой игры World of Warcraft. Примерно 40-часовая рабочая неделя, если во времени использовать то, что можно купить у нас, то есть в данном случае это пластик ПВХ. Вот, краска вполне обычная, дешевая, с вторинкой. Анастасия Чебакова в этом году пришла на фестиваль в образе ведьмы из фильма «Отряд самоубийц». Только на грим у нее ушло около 5 часов. Это аквагрим, то есть здесь смешаны зеленый, серый и черные цвета, а сверху посыпаны блестки для создания мраморной кожи. Брала отдельно цепочки, например, вот это клеевой пистолет. Это подкладка для сантехники. То есть это цепочки, это материал от старого топика. Мы сняли, покрасили, пришили. То есть что под руку попалось. Это уже 10-й по счету Дайфест в Омске. В программе традиционно есть сценический косплей, дефиле, конкурсы, караоке и клипов. Те, кто приходит сюда не в первый раз, знают, это не обычный маскарад, а искусство, где каждый может проявить себя. Кто-то прям вот убивается по крафтингу, кому-то нравится вот возиться, решать нестандартные задачи. То есть сделать, вот, не знаю, металлическое кольцо на шею из трубы резиновой. И есть люди, которым, естественно, нравится выступать. Но они, кстати, зачастую больше предпочитают какие-то более выразительные конкурсы, типа танцев или караоке. Но главное, фестиваль прежде всего встреча с единомышленниками. Своя особая атмосфера. Вот ради чего сюда каждый год приезжают со всей Сибири. Елизавета Васильевич, Александр Лысак. Новости здесь, Омск.